скажи, каким Новым годом? 2014. Лей бухачку. Рыжеским, рыжеским. Рыжеским. Это не настоящий. Привет. Еще один ответ. Ты кто? Сестра. Она тоже. Привет. Поздравляю тебя. С Новым годом. С латвийским. С латвийским, да, по-любому. Привет. С новым счастьем. Привет, я просто... С новым латвийским счастьем. Потом будет еще английское счастье, да, советское. Зачекинь вот это вино. Игристое. Она играет. А Made in, покажи, пожалуйста. Там, если приглядеться, Poland. Made in Polska, я. Третий Xbox. Там находится, короче, просто кладезь силы. Дело в том, что это кладезь силы может использовать... Yeah, I haven't heard about this, actually. Dankeschön. Dankeschön. Так, самая первая, да, такая? Ну-ка. Я приснимаю. Что там такое? Xbox 3, я же говорил же. Плюш Sleep Blanket. Слушай, посмотри, похоже, что тебя. Открывай дальше коробку. Это не единственное. Это не единственное. Спасибо. Это костюм. Сейчас поймешь, какой. А, тебе тоже подарок. Ну что ты одна из тебя? Мне все равно. Я сам прикольный. А ты самая скромная у нас. Лишка, открывай, нет? Я пытаюсь. Я немножко ломаю. Порвала. Моя немецкая подруга открывает тоже подарок. Фишка в том, что ты залазишь в ту хрень, да. Надеваешь вот это, и ты повелитель хаты. Сходу. Так. Join the dark side. Смотри сюда. Слушай, эй, Гази, по очереди. Надо сфоткать. О, круто. Рика, спасибо. Вот это круто. Да ладно, вот где такую книжку еще найти-то? Еще и фотку. Да, я уже так я не могу фоткать. Она ждет. Сделай что-нибудь. Я сейчас сделаю. У меня просто плохое качество будет. Птичку вылечу. Так повышу. Птичку. Ну, у меня на плохие фотки на это получается. Ну, потом попробуем еще. Да, оно прекрасно. О! У меня на телефон потом. Тебя что? Да ладно, тебе такой херь подарили. Но ее чинить еще надо, но подарили, да? Оно прекрасно. Я ее сделаю. Я, кстати, не шутил, получается, да? Что кому-то подарили PlayStation. Да. А блин. Вот это ништяк. Так, тебе что подарили? My little Nightcam. Picture of Britannia. Модно? Да ладно! Да ладно! So, nice book. Главное сфоткаться, короче, в этой штуке. Так, так, так. It's art and pictures. Вам обои. Дело в том, что как бы то, что, короче, одевает. You should read till the next year. Ага. Do you promise? Promise? I promise. Come to me! Марфали! Последняя. Давай уже открывай. А не то форт-чоу. Да ладно, я не буду сейчас его распаковывать. Вот бери как все, что-то аккуратно. Открывай вот это. Пополам поделим. Это его, а его. А ты же не открыл. 90%, это ж наш любимый. Я смотрел, как ты открываешь. Видишь? Такая 90%. 90% шоколаде надо.
Одна голова була. Я знав тебе всім, що мені треба. Да. Вообще всем. Ну, спасибо. All you need is husband. Спасибо. Husband. Ну, через 20 минут начнем и до утра. Спикер систем. А кому? Я думаю, тебе это больше не надо. Ну, наверное. Это все вместе. Чтобы у нас субвуфер. Най, блин, офигенно. Ты что, выпил? Ваня, наклей. Так что, раз там не дадут мне платить. 5, 4, 3, 2, 1. Ничего, что на 2 минуты позже, но... А то у тебя часы неправильные. Да там уже второй год идет. Обед! Мы с какого-то хила очень далеко наблюдаем салют на Темзе, который самый лучший салют в мире, с расстояния 10 километров. Да, не 10, это даже не 10. Но потом по интернету посмотрим, очень красивый салют должен быть. Третий сезон. Рихи-то не видно, Риха снимает меня, я его. Ну, да, не давай. Текст говорит опять, да? Так я уже всем сказал текст, что мы далеко от салютов. Чтобы пусть... поменьше идиотов и идиотских вещей в новом году. Чтобы королева жила вечно, и мы побольше зарабатывали. Да. Чтобы... Королева вечно? Она и так уже живет вечно. На купюрах она еще долго будет. Вторую вечность королева. Я потом... На купюрах она еще вечно будет сидеть. Her Majesty Revenue Customs пошлю эту запись. Договоритесь. Так вот наоборот, патриоты. Вторую вечность королевы. О, исправился, молодец. У меня сейчас. Кидай на землю, кидай на землю. Ну вот, Новый год закончился. Мы у Юли дома. Тут хорошая комната. Два телефона валяются, нужно забрать. Вот это. Это Юлина комната. Так, я посчитаю по метрам. Раз. Ну ты можешь встать и вытянуть руки, и ты достанешь... Раз, два, три. Нет, ну, другие, да, стенки. Вот примерно так, да. Вот это получается 2 на 2. Ну, примерно 2 на 2.5, да, я согласна. Ну, вот здесь у меня все барахло. Юлечка спит примерно... А, она спит обычно в других местах. Нет, не показывать. Да, Чичи, ну, там не видно будет. Чичи снимает другую комнату. Прямо по коридору? Да, но они спят вообще в третью комнату. Но Лендлорд об этом не знает. Но когда приходит Лендрос... Лендлорд. Мы спим вот тут. Юля включается, я сплю в своей комнате. Я худенькая там, она говорит, что... Да. Вот так вот. Вот здесь я сплю, всегда. Тут все есть. Будильник звонит, я делаю так. Сразу одеваю. Ну да. Если надо, что-то фоткаю. Вот с утра играю на пианино. Курку и иду на работу. Ну так и есть. Хорошая комната. Примерно. Ну ты забилась, как прошло 2 года назад меньше было. Ну, мне платили меньше, я покупала меньше. А вот я сейчас покажу. А это Андрюхины еще вещи. Андрюха. Ну, как бы отдельный шкаф, как бы, чувака. Так, на самом деле они здесь, это моя комната. Да, у Даника, кстати, шикарная комната. Ну, это временная тут. Еще не ночевал, мне выделили ее на прошлой неделе, но я так и не опробовал. Просто шкафы, можно сюда 1000 трупов сложить.
Здесь они ночуют, которая тоже сдается, но они ее почему-то используют по-черному. Ну, потому что она, наверное... Ну, лучше. Просто как-то раза в четыре больше, примерно. Лендлорд не может сдать ее. И где чечина комната? А тут мы моемся. А то я обмылся с тобой, кстати. Да. Ну, я говорю, тут мы моемся. А чечина комната сейчас сдается сестре... За бешеные бабки. А сестру мы, кстати, провожаем через полчаса. Обратно в Берлин. Да. Улица Строительная, дом 12. Мы в 3 часа должны быть на Бакерловне. Бейкер-стрит. И отправлять ее на самолет тоже интересно. Да, она прилетела на Новый год и улетает. Она прилетела на Рождество и улетает на Новый год. Ровно? Все да. Ровно, все ровно. По-немецки. Как это? Чича. He doesn't have a sight of tension. I have a sight of joy. Ты знаешь, корпоратив закончился, все ушли, и ты давай хуярить. Пока никто не видит. Уже все ушли, поэтому все. В том углу шумят. Это уже пора, честно говоря. Давай. А не у меня пара? Короче, жила была курочка ряба. Снесла она яйцо, короче. Потом это яйцо. Короче, целой командой в Тюкене ебошили. И, в общем, вот так оно не сломалось. А пришла мышка, хвостом махнула и капец. Я про нее говорю. Что мы здесь делаем? Мы провожаем. А, мы ее провожаем в Ленинград. В Ленинград. Они сестры. Вот это женщина. А вот эта женщина. Сводные. Эта женщина по-русски платочки не говорит, это говорит по-русски платочки, а только по-немецки, по-английски. Это еще по-английски. Поставил точку на ней. Зачекину. Они сестры, они полюбили друг друга. Они вот черные женщины шикарные. И вот. Они пытаются выяснить, не сделаны ли это из собаки. Мы с ним вдвоем сосали. Он пошел, взял еще одну такую, мы всосали. Вдвоем причем, прикинь. Потом пошли в метро, там попивасы еще взять. Я думаю, как это? У вас сливается? Я же отсюда не возьму. Были, блин, же. Могучие ребята. Я хвост мой снимаю. А, окей. Это Лиана. Не вздумай, что ты мало. Нет, Лиана. Это отличный канал в космос. Я просто в компьютерные игры обыгрался. Он делает такую хуйню. There is no Tarzan of that. Все лежат. Снимаем, да? Короче, знаете, с каждым годом вино становится все дороже и дороже. Это вино 2013 года. Сейчас оно становится 2014. А нам не говорите громче. Что подорожало на 5, наверное. Говорите громче, пожалуйста, пожалуйста, громче. Вот эти охуевшие вышли с лифта. Подождите. Дебили тоже направо. Текст? Текст тоже так. Их либо танцент техно стайл. А погоди, с Викторией мы... Да, меняем. Unboxing day today. Как красиво сегодня. Я тоже. Очень красивые. Это всегда красивые. Нет, в прошлый раз сказала нет. Да нет, ты как-то хуёво выглядишь, ты сказал. Ну,
очаровательно. Не, ну когда я права, я права. Ну я так же думаю. Что я сказал, значит я сказал. Так и есть. Стопудово это неоспоримо, это аксиома. Что мне нравится будет. Так, что же Юра? Какая тебе тетя Юля? Ну ты сама активна, потому что ты как бы скромная, я знаю этих людей. Я ем. Ном-ном-ном. Блондрих не может даже свои бобы собрать, а это кушать. Не трогает мои бобы. Сегодня Нового года и Boxing Day. Unboxing Day. Unboxing Day. А сегодня, кстати, Boxing Day, да? Что ты гонишь? Boxing Day 26-е. Да-да. Да? А сегодня не Boxing Day? Вообще... Нет. Знаешь, маркетинг сделал так, что Boxing Day это все на неделю. Поэтому покупать хрень будет на целую неделю. Мяу. Вот так мой мужчина хочет заставить меня готовить. Реклама Bosch, а? Молодец.